неформальной обстановке за круглым столом провел встречу актив родительского сообщества Одинцовского округа. Марианна Кристалинская начала собрание с обсуждения посланий президента и губернатора Московской области. Очень много моментов и вопросов, которые нас волнуют как родители. Нам, безусловно, интересно. Мы все это обсудили и наметили с нашей стороны тоже какие-то точки реализации тех или иных предложений. Это собрание первое в 2020 году, но работа за это время уже проведена большая. Самое главное направление на сегодня – родительский контроль качества питания в общеобразовательных учреждениях. Эта деятельность уже получила положительный отклик, и сейчас она в самом разгаре. Совсем скоро каждая школа, которую посетят с проверкой родители, будет получать специальную наклейку. Это своего рода знак качества. На мой взгляд, это будет интересно, неплохо. И вот по результатам нашего мониторинга мы будем выдавать такие наклейки с надписью «Проверено родительской общественностью», с нашим логотипом. Актив родительского сообщества наметил ряд важных мероприятий на первую половину года. Это проект по безопасности дорожного движения и профилактика употребления наркотических средств подростками. Эти темы, по мнению родителей, самые главные, а скорее даже обязательные. И оставить их без внимания никак нельзя. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».